сыном. Он покончил жизнь самоубийством. Не знаю причин, но я просто как-то неожиданно про него подумала, что его вроде бы не видно нигде ничего. И потом вот такая новость приходит, что у него все плохо. Непостижимо. Мысль птица, стук в окно, ночи разбили, лоб холодный, за стеклом нет никого, биение сердца, пульс неровный, портьеры, стены, потолок, ничто вокруг не изменилось, под кожей чувствую фантом, неузнанную еще новость. Не причинит ли мне вреда заряд, размазанный в пространстве? Так что же корреляция тогда, чье прорывается несчастье? Чей шепот принят, как сигнал, далекий, близкий, неразрывно. И кто-то рядом так страдал, мял сигарету в пальцах нервно, кружа по комнате, как зверь, с тупика искал спасения, не задержала мысли дверь. Вам подхватило дуновение, раз чужие и родные люди, взаимосвязь необъяснима. И произносит уже губы, чего не знал, не достижал.